Брюле против Даугавенша. Даугавенш выиграл точку, но выиграл так, что нужно откатываться. Красно-белый в нейтральную зону, а это чревато потерей. И все обернулось контратакой на ворота Беспалова. И на спину Мерфи. Лучший бомбардир среди защитников Кунлуни Ред Стар. Сейчас у него хороший шанс. И виртуозное спасение Беспалова. Блином обивает он шайбу, пущенную Брюле.